Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. У нас очередная распаковочка посылок с сайта Wildberries и Ozon. Сегодня покажу очень много классных покупок. Одежды много, будут сумки, товары для дома, для детей. Поэтому, кто любит распаковки, обязательно оставайтесь со мной до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы по каким-то причинам еще не подписались. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередную распаковочку. Следующее видео совсем скоро. Все ссылочки на товары вы найдете в описании. В описании под видео, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Ну и перед просмотром видео, надеюсь, вы мне поставите лайк и поддержите мое видео. Ну что, поехали? Первое, с чего мы начнем, это с одежды. Заказала себе брюки. Прямые брюки, палаццо называется. На свои параметры я взяла размер 48. Мне понравилось, как на меня сели свободно. По длине и по размеру мне подошли они отлично. Но можно взять, кстати, и 46 размер смело. Все мои параметры вы всегда можете найти в описании под видео. Приходят брюки с бирками. Состав ткани, хлопок 67%, лайкра 33%. Эти брюки идут в комплекте с поясом. Пояс идет в том же цвете, из той же ткани, что и сами брюки. На мне они сидят свободно, по росту 168 сантиметров, по длине замечательно, можно надеть каблук. Завышенная талия на резинке, здесь нет никаких пуговиц, молний, резинка хорошо тянется, не давит, имеются шлевки для ремня, по бокам карманы, плотный мягкий трикотаж, он очень приятен к телу, пошив хороший, все аккуратно выполнено, качество фабричное. На выбор брюки есть еще в 4 расцветках: белые, серые, черные и темно-синий, и размерный ряд от 40 размера по 52, так что есть размеры плюс сайз. Присмотритесь, брючки достойного качества, они очень классно сидят, но вы могли видеть на мне. Я брюками очень осталась довольна, берите, смело советую. Так, следующее, что покажу, это рюкзак из натуральной кожи. Приходит он в большом зип-пакете, чехле. Данный рюкзак премиального качества, это натуральная кожа, качество мне очень понравилось. Данный рюкзак имеет ручку, чтобы можно было взять в руке носить. Также лямки, они регулируются по длине. Фурнитура вся металлическая в золотом оттенке, снизу имеются ножки, сам основной отдел застегивается на металлическую молнию, собачка работает хорошо, не заедает, и по бокам рюкзак имеет кнопки. Кнопки достаточно надежно закрываются, хорошо и держат. Рюкзак пришел, был полностью набит бумагой, он не потерял форму, никаких заломов пока не было. Внутри ткань, подкладка плотная, она не шелестит, тоже хорошего очень качества. Здесь имеются также карманы и на молнии, и без молнии. Размер данного рюкзака 30 на 26 сантиметров. Он хорошо держит форму. Все строчки, они все аккуратные. Никаких я ниток торчащих не обнаружила. И сама кожа мне понравилась. Плотная и хорошая. Я рюкзаком осталась довольна. Смотрится стильно, дорого. Натуральная кожа, качество фабричное. Понравился очень стиль, минимализм. Присмотритесь. На выбор, как я сказала, есть в коричневом цвете. И размер, несмотря на свой размер, он вроде бы небольшой, средний что-то, он достаточно вместительный. Так, следующая покупка, это набор для шугаринга. Это идет набор двойной. Сейчас объясню, почему. Приходит он в фирменной коробке. Внутри здесь все аккуратно разложено, сложено. Здесь есть в комплекте все самое необходимое для того, чтобы проводить депиляцию дома. В комплекте здесь идет инструкция, как правильно подготовиться, как правильно разогреть пасту и как правильно все проводить. Также здесь в инструкции имеется QR-код. Код. Это видеоинструкция. Вы считываете телефоном и переходите на сайт, где на видео вы можете подробно посмотреть, как правильно делать депиляцию в той или иной зоне. Данного набора хватает где-то на полгода, подойдет для всех зон. В набор данный входит сахарная паста для ног, рук, бедер, 330 грамм сливки после депиляции, гель до депиляции, тальк, сахарная паста для бикини подмышек, подробная инструкция, как я сказала, шпатели 50 штук и многоразовые полоски 100 штук.
штук. А в комплекте, как я и сказала, две пасты. Мягкая для ног, рук, лица и плотная. Она необходима для бикини и подмышек. А пасты, они натуральные. Состоят из глюкозы, фруктозы, воды и очищенного лимонного сока. А полоски, их можно также использовать повторно. А тальк помогает сцеплению пасты с волосами. Пользоваться сахарной пастой несложно. Первое, что мы делаем, мы должны подготовить зону для депиляции. Потом мы наносим сахарную пасту, прикладываем полоску и удаляем. Данным набором может справиться даже новичок, даже если вы никогда этого не делали, потому что процесс очень простой. Ну и плюс в комплекте идет подробная инструкция. Цена на данный комплект выгодная, так как за эту цену вы получаете набор, которым можете пользоваться полгода. Ну и, конечно же, вы будете экономить не только свои деньги, но и время. На данный набор вы можете почитать, если перейдете по ссылке, огромное количество там отзывов. Там, если не ошибаюсь, заказов было более 30 тысяч заказов. В общем, почитайте обязательно, посмотрите отзывы других покупателей. Я данным набором осталась довольна. Пользоваться легко, удобно, экономия времени, экономия денег. И данного набора хватит надолго. Так, следующее, это тоже одежда. Это я заказала себе джемпер. Его уже примерила, по размеру сел замечательно. Он очень мягкий, уютный, тепленький. По размеру подошел мне хорошо. Мне в нем уютно и комфортно. По росту 168 сантиметров также замечательно. Не короткие рукава, и сам джемпер тоже по длине хорошо сел. Состав ткани: вискозы 50% полиэстер, 25% полиамид, 24%. Он очень мягкий, теплый, не колется, хорошо тянется. Воротник и низ выполнены в виде резинки, так же как и манжеты. Вязка средняя, лицевая гладь, без рисунка, без какого-либо узора. Хороший джемпер. На выбор есть несколько расцветок. Размер единый. Подойдет на 42-46. Так, следующее, что покажу. Еще одну сегодня вам продемонстрирую. Кожаную сумку натуральную. Приходит в зип-пакете. В чехле с ручками. Вот такой вот. Также данная сумка, она премиального качества. Натуральная кожа. Очень классная сумка. Также ей осталась довольна. Приходит сумка с бирками. Как здесь на бирочке указано, кожа 100% натуральная. Данная сумка имеет в комплекте ремень, регулирующий длины, который пристегивается на карабины по бокам. Фурнитура вся металлическая, она в золотом цвете. Сумка имеет внутри отдел съемный, то есть этот съемный органайзер, он пристегивается по бокам на кнопки, и по желанию вы можете его вынуть и использовать сумку без данного органайзера. Он застегивается на металлическую молнию. Собачка работает хорошо. Данная сумка имеет, кстати, внутри вставку кожаную, вот эту, которой сделана сама вот эта сумка. Действительно натуральная кожа, видите? И на дне сумка имеет ножки металлические. И сами ручки, за которые мы носим сумку, они также регулируются. Можно их сделать чуть длиннее. Здесь имеется два отверстия, две регулировки. Данная сумка, как по мне, это классика. Подойдет и под брюки, под джинсы, и на любой возраст. На выбор сумка есть еще в светло-сером оттенке и в светло-бежевом. Обязательно зайдите, посмотрите. Я сумочкой этой довольна. Так, следующее, что покажу, это товар для дома. Это я заказала новые коврики для ванны и для туалета. Заказывала на Озоне. Приходит, видите, в хорошей упаковке. На вешалке здесь картонная бирка. Два ковра идет в комплекте. Как здесь указано, это Турция, производство турецкое. В комплекте два ковра. Один размером 100 на 60 сантиметров, второй 60 на 50. Данные коврики — это идеальный вариант для ванны с туалетом, так как они не скользят. Они быстро сохнут, как указано у продавца. Имеют невысокий ворс. Латексная основа, благодаря которой ковры не скользят. Сами коврики выполнены из качественного полипропилена, поэтому он легко чистится. Данный материал, он не впитывает загрязнений и долго будет сохранять цвет. Данные коврики можно стирать в стиральной машинке. Смотрятся они красиво, цвет спокойный оттенок.
по всему периметру прошиты, прошиты хорошо, оверлок ровный, никаких дефектов нету. Много отзывов положительных я также читала при выборе, там читала, что действительно и сохнут быстро, мягкие, удобные, красивые, в общем, поэтому мой выбор пал на данный комплект. На выбор есть другие расцветки, другие комплекты, так что вы заходите, выбирайте. Так, следующая покупка, это детский товар, приходит в пупырке, пришло все без повреждений и в фирменном пакете, можно взять в подарок. Это детский ксилофон, я и взяла в подарок. В комплекте идет сама основа, она идет с 10 планками и одна палочка. Кто не знает, это такой детский музыкальный инструмент на деревянной основе с разноцветными деревянными планками и деревянной палочкой для игры. Он издает такие мелодичные звуки, которые способствуют развитию звукового и цветового восприятия ребенка. Исполнение хорошее, сама игрушка яркая. Что мне больше всего нравится в таких играх, это то, что выполнено из натуральных материалов. Ксилофон не слишком громкий, приятны такие мелодии. Основание в игрушке цельное, то есть никакого клея не использовано. Планки надежно прикреплены металлическими болтиками. Данный ксилофон имеет очень такое спокойное и красивое звучание, то есть не громко он звучит. Я обязательно сейчас вставлю это в видео, чтобы вы послушали. Ну, конечно, видео это не передаст всей красоты, да, вот звучание, но я думаю, у кого были похожие игрушки в детстве, они представляют, как он играет. Ну и, конечно же, натуральное дерево, гипоаллергенные краски, идеальный вариант для деток. Так что в качестве подарка отличный вариант, присмотритесь. Так, следующее, что покажу, также одежда. Очень мне понравилось, как эта кофточка смотрится на модели. Очень красиво, интересно. Данная кофта идет с вырезом. Приходит с бирками, я уже оторвала. Кофта называется черный лонг с вырезом, размер М. К сожалению, больше размеров не было. Самый большой это М-ка. Очень классный дизайн, вырез, длинный рукав и сама по себе она укороченная. Размер М идет на размер 44-46. Также есть на выбор еще S-ка 40-42. Лонгслив выполнен из мягкого трикотажа. Очень приятного на ощупь, он хорошо тянется. Рукава на мой рост 168 сантиметров, отличной длины. Вырез на груди небольшой, то есть смотрится не вульгарно. Этой кофтой можно создать абсолютно любой образ, спортивный, вечерний, романтичный. Данный лонгслив идет в двух размерах S и M, и на выбор есть еще яркие оттенки. У меня черный, это белый, голубой и сиреневый. Так, следующее, что покажу, это бижутерия, два комплекта сережек. Одни сейчас покажу, и вторые я сегодня снимаю видео в них. Очень классные сережки в виде сердечек. Я поклонница бижутерии, кто смотрит меня давно, знают. Приходят сережки в zip-пакете. В комплекте к сережкам идет две пары силиконовых заглушек. И вот так эти сережки выглядят. Такие сердечки в белом цвете и имеется окантовка в золотом оттенке. Она на них, кстати, невысокая. Они легкие, они абсолютно не ощущаются на ушах, не оттягивают их, не вызывают какого-либо дискомфорта. Выполнены они из бижутерного сплава. Размер сережки, размер сердца примерно 2 на 2 сантиметра. Классные сережки в виде сердца. Очень приятной цене. Кстати, присмотритесь, как в качестве подарка приближается 14 февраля, да, 8 марта. Так что присмотритесь. Сережки очень классные. Второй вариант, который я заказала, они сейчас на мне. Сейчас, конечно же, все это сблизи сниму. Также серьги в виде сердечек. Но необычные они. Смотрятся, конечно, тоже красиво, аккуратно, так нежно. Они очень легких, вообще не ощущаешь такое чувство, что на ушах вообще ничего нету. Также пришли в комплекте с двумя силиконовыми заглушками, выполнены также из бижутерного сплава. Данные сережки, мне кажется, подойдут абсолютно под любой образ, пусть романтический, пусть строгий, классика, спорт. Хорошее качество, смотрится красиво, выполнены замечательно, легкие, красивые. Также в качестве подарка присмотритесь к приближающим праздникам.
Так, следующая покупка – это детский товар. Давно смотрела на вот этот вот комплект, интересный набор для создания разных домиков, для создания туннелей, палаток. Мы создаем конструкцию какую-то, да, тут в комплекте все эти вот вещи есть, идут. И потом сверху накрываете пледом каким-нибудь, легким, и у вас получается домик, у деток получается домик. Мои мальчишки с большим удовольствием собирают, строят что-то, постоянно фантазируют. Единственное, что нам мало. Может быть, скорее всего, да закажу вторую коробку. Так как вот палок этих очень много, а вот этих кругленьких штучек маловато, хочется побольше. Но у меня два мальчишки. Один строит себе домик, второй, поэтому нам одного набора маловато. В комплекте здесь идет 68 деталей. Также в комплекте идет инструкция подробная, как правильно это все собирать, как правильно делать. И также здесь с другой стороны примеры, как можно собрать. Внутри все аккуратно было сложно, все по своим пакетикам, все пришло, кстати, целое. Можно собрать более 30 вариантов разных конструкций. В комплекте, как я и сказала, здесь идет 68 разных деталей, шарики, перекладины, соединители. Собрать можно домик быстро, за 10 минут справляется даже мой младший ребенок, которому 5 лет. Также можно складывать не только объемные фигуры, там домики, как вот мы, да, обычно делаем, накрываем пледом, но это мальчишки у меня любители домиков, но и также можно какие-то включить фантазию и собрать плоскости, фигурки из данных деталей. Выполнено все хорошо, не было никаких дефектов, все детали целые. Советую присмотреться, у кого есть детки, также в качестве подарка, тоже милое дело. Я думаю, все дети любят строить домики, шалаши, так вот данный конструктор поможет с этим. Также сблизить, так скажем, родителей, детей, вместе можно вечером взять данный конструктор и что-то интересное собрать. Детки скажу, будут играть. Это покупка для дома, бытовая химия. Это гель для стирки, но не простой гель для стирки, так скажем, а для спортивной одежды из мембраны и пуховиков. У нас в семье есть одежда из мембраны, и кто не знал, почитайте в интернете. Одежду из мембраны нельзя стирать обычным способом, так скажем, порошком, так как мембрана теряет свои качества. Пришел гель целый, он был обернут в пупырку. Объем 1 литр. Как написано, гипоаллерген состав, гель концентрированный, 100% он выполаскивается, также подходит для термобелья, ветровок, изделий из пуха, пера. Данный гель, он сохраняет водоотталкивающие свойства мембраны, что очень важно. Аромат очень приятный, мне понравился. В отзывах читала, что со стиркой справляется он очень хорошо. Грязь и пятна отстирывает. А у кого также есть вещи из мембраны, да и не только, например, пуховики какие-то, да, изделия из пуха, из пера, то присмотритесь. Я считаю, что такие вещи надо стирать специальным средством, гелем, а не стиральным порошком. Если вы не знали, почитайте в интернете по этому поводу, чтобы быть в курсе. В общем, я гелем этим осталась довольна. Также в этом магазине насмотрела, взяла себе. Это спрей для обуви, который, как вот сейчас вам прочитаю, предназначен для глубокой пропитки и защиты изделий из различных материалов. Кожа, текстиль, замша, нубук, синтетика. В общем, спрей для обуви, водоотталкивающий. Объем данного спрея 400 мл. Способ применения самый простой. Нанести на поверхность расстояние примерно 20 см и перед тем, как идти на улицу, немного дать просохнуть. Данный спрей, он обеспечит защиту обуви от влаги, от какой-то грязи, от солевых разводов. Особенно актуально сейчас в зимнее время, сейчас особенно, когда начнет таять все, снег, весна, будет данный спрей очень актуален. Здесь, кстати, указано, что Made in Germany, сделано в Германии. И, кстати, также этот спрей подходит, читала на страничке продавца, для салонов машины, для одежды, мебели, зонтов, для какой-то экипировки, и он будет продлевать срок службы вещей. В составе нет никаких агрессивных веществ, без силикон. Цвет обуви он не меняет, он бесцветный, и он сохраняет дышащие свойства обуви.
Чем отличается данный спрей от других? То, что он не просто создает пленку на обуви защитную, а данный спрей, он пропитывает материал и тем самым сохраняет и защищает вашу обувь. Так, следующее, что покажу, это мужская вещь. Это мужской джемпер на молнии в черном цвете. Муж уже примерил, и он очень остался доволен. Он искал именно себе джемпер в такого плана, именно тоненький. Имейте в виду, так как я когда искала, да, в отзывах под этим джемпером нашла, что писали, что он тоненький, не толстый, и это им не нравилось. Муж искал именно тонкий для того, чтобы сидеть в офисе, так как в офисе у него очень жарко. Ему хотелось именно кофту такую вот сверху накинуть, чтобы она не была толстой, не была теплой. Вот, в общем, он нашел себе, сам выбрал, я заказала, примерил по размеру и фасон, сел замечательно на нем. Приходит с бирками, называется джемпер мужской черный, взяла на параметры мужа размер L. Параметры мужа обязательно пропишу я в описании под видео. В жизни он носит размер 50 примерно, 48-50. Состав полиэстер 100%. Джемпер идет на молнии, молния пластиковая, собачка работает хорошо, не заедает. На его рост 181 сантиметров джемпер сел по длине хорошо, рукав не короткий, манжеты на резинке. Ткань очень приятная на ощупь, мягкая. Смотрится джемпер стильно, мне самой очень понравилось, как на мужа сел. По бокам имеются карманы. Ткань немного тянется и интересная фактура ткани в ромб. И на выбор джемпер был еще в сером оттенке. И размерный ряд идет от размера 48-50 по 56-58 размер. Так что есть размеры плюс сайз. Джемпером остались довольны я и муж. Так, следующая покупка также детская, но я не могу показать. Обязательно сейчас вставлю это в видео. Заказали мы вторую ватрушку. Теперь у меня и один, и второй сыночек укомплектованы. У нас продолжается зима полным ходом. У нас еще, наверное, месяца два будет снег лежать точно. Поэтому у нас вот во дворе есть горка. Постоянно ходим, катаемся на ватрушках. В этот раз взяла я в красном оттенке, диаметр 100 сантиметров, как указано у производителя, нагрузка до 175 килограммов. Ватрушка имеет рост, за который можно тянуть, по бокам ручки, верх ватрушки выполнен из ткани Oxford. В комплекте идет камера, все это было аккуратно сложено в пакетах, камера пришла мне без повреждений, но читала в отзывах, что бывает приходит с повреждением, поэтому обязательно проверяйте на пункте выдачи. То удобно, то что здесь имеется молния, которая защищает от попадания снега. Низ ватрушки выполнен из армированного ПВХ материала, она достаточно скользкая. Я сама каталась тоже, по размеру мне подошла замечательно, поэтому могут кататься и взрослые, и дети. У кого продолжается зима, как у нас, полным ходом, сейчас еще самое время купить ватрушку. Как раз они сейчас идут по скидкам хорошим, так как идет, грубо говоря, конец сезона, да, поэтому с хорошими скидками можно приобрести ватрушку. Мы остались довольны, хорошая ватрушка, катается, скользкая, мы с детьми остались довольны. Следующая покупка тоже бижутерия, это цепочка, подвеска с кулоном на картонной подложке, можно взять в подарок. Она идет в серебряном оттенке, цена невысокая, так что можно взять, менять хоть каждый день. Застегивается она спереди. Цепочка идет с кулоном в виде сердца в серебре. Она не массивная, легенькая. Длина данной цепочки 42 сантиметра. Смотритесь, отличный вариант на повседневный образ и не только. Качество хорошее, я довольна. Следующая очень полезная покупка для дома, которую я заказала еще летом, но я только сейчас недавно обнаружила, что я вам еще не показывала. Я показывала в своем влоге, а в распаковках нет. Влоги-то не все смотрят, поэтому показываю. Вот такая вот мини-гладильная доска. Слушайте, это такая находка. Я на ней, на этой доске глажу каждый день. То есть я не достаю свою большую вот эту громоздку, а беру вот эту. Здесь имеются маленькие ножки. Я ее раскладываю, ставлю прямо на вот эту вот кровать и начинаю гладить. Это так удобно. Единственное, что
Здесь синтетическая ткань, как видите, я тут уже немножечко прожгла. Заказала я на Озоне, есть и на Вайлдберрис, я скину именно где я брала. Она легкая, удобная, на выбор есть разные оттенки. И, кстати, приходит, если не ошибаюсь, рандомно. То есть мне пришла, например, зеленая, кому-то бежевая, кому-то другого цвета. От чего это зависит, как они высылают, я не знаю, честно. Ну, мне цвет не особо принципиален был. Чехол, хотя указано в описании, что это ХБ, но это синтетика 100%, имейте в виду. И под этим чехлом имеется подкладка на поролоне. Я показывала в своих влогах, знаю, что кто-то уже приобретал. Пишите в комментариях, как вам, купили, не купили, как вам она в жизни. Моим подписчикам, зрителям будет интересно почитать ваше мнение. Ну и напоследок покажу вам моя любимая покупка. Это патчи для глаз. Приходит она запечатанная, я ее даже еще не вскрыла. Здесь все на китайском, да, это, наверное, скорее всего, китайские патчи, но храню их в холодильнике для лучшего эффекта. Ложечка, защитная мембрана, открываем, и здесь у нас лежат наши патчи в голубом цвете. Слушайте, аромат у всех патчи одинаковый, абсолютно одинаковый. Вот сколько я заказывала на Алиэкспрессе, на Джуми, вот теперь на Вайлдберрисе заказывают, аромат один и тот же. Питаны они очень хорошо, здесь жидкости очень много, я сейчас вблизи это все покажу, сниму. Храню в холодильнике, чтобы был лучший эффект, так как с утра очень классно наложить под глаза, патчи холодненькие, мне так больше нравится. Кто пользуется патчами, напишите мне, пожалуйста, в комментариях тоже, какими вы пользуетесь, нравится, не нравится, мне очень интересно почитать ваши комментарии, ваше мнение, буду ждать. Ну вот и все, наша распаковочка подошла к концу, надеюсь, вам видео понравилось, я буду ждать от вас лайков, от вас поддержки, мне будет очень приятно. Оставить вопросы пишите в комментариях, с удовольствием помогу, подскажу, может, с размерами, может, еще что-то надо вам подсказать, ссылочку какую-то скинуть, пишите. Все ссылки в описании под видео, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале, все дублирую там, так как там ссылку можно найти быстрее, там есть поисковик, вбивайте, что вам надо, и ссылочка вам высвечивается, очень удобно, кстати. Если вы по каким-то причинам еще не подписаны на мой канал, обязательно исправляйте это, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, так как следующее видео уже совсем скоро, будет впереди еще много классных покупок, которые я вам покажу. Ну а я буду с вами прощаться и вам желаю хорошего дня, отличного настроения, берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока, до новых встреч!